3 июля 2024 года. Продолжаем осматривать у нас мемориальный комплекс Победы, танк и вечный огонь. По ответу из КГХ и исполняющих там планов. Вот, смотрим дальше. Вот, плита отошла. Хорошему заменять надо. По-дешевому заделывать. Над самим барельефом сколы и потеки. Потеки о чем говорят, что ливневка плохая там. Тут у нас скол. Вот к вопросу осквернения. Белое, все мусор сыпется. Штукатурка там, все прочее. Насыпается. Как у нас ремонтируют. Вот он ровно, вот выбирает. Это уже отходит. С этой стороны заделывают чем-то белым. Но это все белое можно закрасить тоже цвет. Потом сам вечный будет смотрим. Ясно. Копоть это. То есть и сам знак. Он вообще ни разу не чистился. Почистить можно было перед праздниками. Ну, тут тоже видно все белое. Все спается. Все строительная перхоть. Про осквернение типа не хотели. Ну, осквернили, будем осквернить дальше. Там сыпется все белое. Не убирается каждый день. Ступеньки грязные. То есть себя. Это что-то. Здесь уже жухнут, поливаются в такую же. Хотя вода рядом есть. Так, что у нас по плитам-то? Ну вот, высолы идут. А если высолы появляются в этом месте, значит сверху ливневка плохо работает, протекает. Уже с грязью перемешан. Получается так у нас здесь. Плита отвалилась. Потому что такие плиты заказывать надо. Высыл и грязь. Что-то хорошо подтекает где-то. Вот у нас еще и отверстие там есть. Не заделали. Дальше видно. Все эти отеки. Кусок отвалился недавно. Если бы старый был, то был вот такой закрашенный. Не просто закрашивать, а заделывать. Ну и все, вчера беседку показывал уже. Что вот так вот у нас содержится в таком состоянии. Давайте ливневку посмотрим еще по-быстрому. Вдруг заделали. Отваливается. Ничего подобного. Так и остается. Вот у нас уже бутылки стоят. Где у нас ответственное лицо-то? Что у нас вот лицо есть установлено. Еще грязь снизу все осталось. Ничего не убирает. Вот внизу мы видим, это грязь. Ничего не убирает. Давайте сейчас как-нибудь это сделаем. Написать надо было.
Ладно, с телефоном иду. Потом напишу, там дату поставлю, засниму. Будем проверять, когда они протрут. Тут уж вся грязь уже осталась. Грязь. Вон тоже. Трава растет. Здесь у нас черный. Смотри, подальше. Чистого цвета, вот черный грязь, но синий. Хорошо, вот наверху видишь, здесь черный, здесь чисто. Заканчиваю.